Так, ладно. Ксюш, да? Ты мне, ой, я тебе, боже, мы вместе, когда я... Ну, все хорошо, Дан? Да, все отлично. Как сказать, что нам не нравится? О, телефон мне поможет. Как показать, что мне нравится девчонка? О, тут и видео есть. Всем привет, мои дорогие! И сегодня вы в школе соблазна Купидона Купидоновича. Итак, сегодня я вам расскажу, как сделать так, чтобы показать девушке, что вы ей нравитесь. Итак, для этого нам понадобится А. Предмет. Это будет портфель. Руки. Максимально тяжелый. И Б. Девушка. Девушка, познакомьтесь, моя ассистентка. Ассистентка, помашите зрителям. Итак, поехали. Эксперимент от Купидона Купидоновича. Итак, типичная ситуация. Тут самое главное – незаметность. Итак, подкрадываемся к нашему объекту. Крадемся незаметно. И тут... Главное, не торопясь, выкрикивать. Эй! Да, не торопясь. И делаете четкий, целенаправленный взмах портфелем. На! Ты мне нравишься! И ты мне! Как видите, информация дошла. Мы сразили ее наповал. Не забывайте смотреть на ее школу любви и обаяния Купидона Купидоновича. Всем love. Отлично, понял. Жизнь и среда обитания животных. Эй, Ксю! А? Ты мне нравишься! Ой, может, я что-то не так сделала? Эй, Ксюш! Ксюш! Где я? Привет, Ксюш! А, кто ты? Это же я, Даниэль. Ты что, меня не узнала? Ксюша, ты чего? Кто? Какая еще Ксюша? Ты, Ксюша, ты что, не помнишь, как тебя зовут? Нет, я вообще ничего не помню. Ой. Вот ты Ксюша, а я Даниэль. Я Ксюша, а ты кто? Ну, я твой друг. Чего? Какой еще друг? Ай, голова как болит. А шишка какая огромная. Почему я тут? Да на тебя... Хулиганы напали! Да? Их было 10, ой, 20. Я их всех раскидал, навалял им. То есть ты говоришь то, что ты мой парень? Не верю. Да правда, как тебе доказать-то? Точно! Время науки. С помощью своей памяти и этого устройства я покажу тебе все, что я помню. Итак, поехали. Это был наш самый лучший день. Чего? Ну, тетенька, ну, пожалуйста, ну, у меня фото столько есть. Я сейчас. Нет, и точка. Я закрываюсь. Нет, стойте. Привет, Ксюша, ты получила билеты? Да, я их вчера у себя в портфеле нашла. Это очень мило. Повеси немного на телефоне, я сейчас. Что? Тетенька, у меня есть идея. Я вам билеты на премьеру фильма «Вип» за первые места. Как вам, а? Билеты? В кино? Да, со своим бойфрендом сходите. Ой, ну давай. Так, вот эту маленькую потерянную посылку может быть одна. Класс, потерянная посылочка. Ксюша. Ой, да, Даниэль. Значит, кино, тут такая вещь. Короче, я приболела. Я себя так плохо чувствую. Да, ну, тогда давай к тебе заеду, апельсины привезу.
А нет, я к бабушке уеду. Там буду лечиться, там ведь воздух свежий. А, ну жалко. Да, пока. Эх, только билеты пропадут теперь. Ну ничего, в следующий раз еще куплю. Ты, душка, пока! Ставьте лайк, чтобы там было что-то крутое. Ну же, ну же! Вот, класс! Теперь там точно что-то крутое. Значит, вот так ты к бабушке уехала? Ну-ну. Привет. Ой, чего стоишь, Ксюша? План Б, план Б, вперед! Эй, открой! Ты сломала мне моську. Упс. Что? Билеты? Извини. Ну, знаешь. И что это у нас тут? А да, это мое! Вау! Так это же пауза! Ну, вот и мое место. Ha ha ha!
что отдала наши билеты. Я правда хотела в кино. Да и ты меня извини, зря так сделал. Может, в кино? С удовольствием. А с этим что делать? Ну, пройдем без очереди. Какая-то странная у нас пара. Нет, не хочу так. Эй, врача! Подожди, помнишь, как я стал зомби? Чё, ты совсем? Может, тебе еще врача? Будьте добры, два врача! Ты чё, мне не веришь? Я так и знал. Хорошо, что я привел зомби с собой. Что? Зомби, кусь меня. Вот и все. Зачем ты? Ты зомби! Меня укусили. Нам конец. Так, быстро берем еду и ищем то, зачем пришли. От этого будет зависеть наша жизнь. Я нашел макарошки! Да тише ты, они нас услышат. А еще я нашел самое ценное. Вот! Мы спасены. Да тише ты! Сожрет. Мы не будем этого делать. Мы тебя спасем. Скорее в дом. Может, все-таки мой план рассмотрим? В дом. Ладно, ладно. Может, выстрелить и сказать, что будет осечка? Алена. Иду. Мне кажется, он голодный. Его надо покормить.
Настя, чего ты взяла? Да не знаю. Может быть, с этого? Кажется, ты права. Это нельзя. Это... Это нельзя. Это... Вот смотри, это мозги. Фу, Бяка. Это овощи. Ням-ням. Человека. Смотри, теперь ты берешь вот так вот и вот так вот режешь, ешь. Понял? Понял, держи. Вот так и отлично! Попались! О май гад! Что ты натворила? Делаю из него человека. Да от этого стать не зомби, а супер-мега-зомби! Оно снимай, одевай вот это! Нет! От твоего вот этого вот всего он не станет человеком! Да и кому помогут тряпки стать человеком? Тебе же помогли! Что? Ах ты так? Человека.
Заразились? Не говори глупости, да, Алён? Ксюша, берегись, она зомби! Ну ладно, девчонки, вы меня не бросили, и я вас не брошу. Я из вас сделаю человека. Вас надо причесать. А где эта расческа? Ну и кто первый? Стойте! Теперь ты мне веришь? Как ты обратно превратился? Противоядие. Так что? Ну, как-то все очень странно. Я все равно не могу тебя вспомнить. Тогда надо прибегнуть к супертехнологиям. Поможет тогда только робот твоего папы. Заходи, робот КВС! Кто? Ого! Где объект? Объект вот. Что вы хотите со мной сделать? Восстановить память. Давай, робот! Память восстановления. И что ты тут делаешь? Я уроки делаю. Да? А это что такое? А с учительницей общаюсь. Да. Ксения, вы все запомнили? Да-да, все запомнили, Даниэль Дельяна. Угу. Здравствуйте, дядя Жан. А, пока. Так, делай уроки. Это что ты делаешь? Снова ты! Здрасте. Учи ноты. Я забираю у тебя телефон. Ну, папа! Все. Пап! Учи ноты, делай уроки, ты сегодня вообще ничего не сделала. Все. Ксюха, так Ксюха. Пошли погуляем. Иду! Ну и куда ты собралась? Ну, папа! Ну все, Дан, спасибо, что зашел, и пока. Ага. А ты, Ксюша, на весь день сегодня наказана, потому что вместо того, чтобы заниматься делами, ты общался с Даниэлем. А я все равно выйду. Да? Да. Ну окей, ты сама напросилась. Это робот, который будет следить за тем, что вы больше никогда не встречались. Понятно? Ха, вот этот комок, ха-ха! Это робот КВС. Как? КВС? Робот, конец всем свиданиям. Что? Так, робот, запомни, вот ее, не пускать, вот. К этому. Чего? Задача записана. Блин. Объект номер один, пройдемте. А куда мы идем? Сейчас все узнаете. Даниэль! Все под контролем. Все под контролем.
Молодой господин, сгруппируйтесь. Что? Зачем? Спасибо. Прыг. Господин, если что, прилетай. Дан! Отлично. Никого нету, никого нету. О, идея. Никого нету, никого нету. Дан, Дан, лови! Мне нужна срочная доставка, пожалуйста. Ноутбук. Угу. Хорошо, спасибо. Поштучка. Забирайте. Всего доброго. Спасибо. Дорогой, наверное. Обнаружен шум. Так, так, так. Не сработало. Не сработало. Спасибо вам. Всего доброго. Странно. Эй, что за дела? Не понял. Я готов тебе помочь. Боевственный – это я. Пап, я тебя записываю. Говори. Что говорит? Эй, ты, робот. Эй, ты, робот. Сюда иди. Иди сюда.
импровизация. Моя. Ты должен сделать то, что я тебе прикажу. Окей, понял. Ты должен сделать то, что я тебе прикажу. Вот, да. Нормально? Ну все, спасибо, папа. Какой-то странный текст. А там в пьесе будет война с роботами. Ага, круто, надо сходить посмотреть. Вот обычно засыпаю там. Ага. Робот! Слышу голос господина. А ну, давай, выходи. Слушай моей команды, выходи за калитку, чтобы я здесь тебя больше не видел. Вот. Я понял команду. Приказ будет выполнен. Снова посылочка. Отлично, посылочка. Нет, нет, только не это. Опять здесь. Нет! Ну ничего, у меня есть еще один план. Нет, нет, Ксюш, тебе делаем все по-моему. А то уже за мной верблюды ходят. Что? Да так ничего. Так, вот мой план. Поняла. Нарушитель обнаружен! Нарушитель обнаружен! Нарушитель обнаружен! О нет! Только не это! Меня сейчас поймают! Нарушитель обнаружен! Ой, а я же никуда не уйду! Попробуй меня поймать! Нарушитель обнаружен! Нарушитель обнаружен! Нарушитель обнаружен! Нарушитель... Иди. Давай, давай, иди, иди. Эй, ты, чё стоишь? Давай, поймай меня. Ой. Меня не обмануть, я новейшая модель робота. А как тебе такое, робот? Активированы тормоза. Ой, нет, мощность на максимум. Эд.
Отпустите, госпожа пылесос! Нет! Отпустите, госпожа пылесос! А? Моя помощь нужна? Ура, Даниэль! Да! Мои функции все работают. Уничтожить! 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 Ой, нет! Уничтожить! Может, я просто уйду домой? Нет! Нет! Уничтожить! Она очнулась. Надо еще. Я тебе сейчас шарахну. А ну отключись. Код отключения. Папа любит макарошки. Код принят. Я отключаюсь. Ура, ты вспомнила? Да, вспомнила. Только вот тебя я вообще не знаю. Да как так? Ты все вспомнила, а меня нет? Ага. Мои гениальные мысли? Серьезно? Ого, есть еще одно средство. Клин клином вышибают. Значит, надо повторить то, что тебе лишило памяти. Понял. А? Ксюш, извини. За что? За это! Ты точно все хорошо покрасил? Ну, вроде да. Но я же говорила, не умею это делать. Ой, да тут ничего сложного. Главное, правильно мешать краску. И у меня получится красивый синий цвет волос. Это что? Ой, я, кажется, не ту краску взял. Как не ту? Как я теперь в школу пойду? Даниэль, ты чего? Да я же говорю, я не умею красить. Надо было подруг своих звать. Они все заняты. Одна на даче, другая на свидание. Не можешь, не бери. В следующий раз не проси. Да тут даже ребенок справится. Я вообще-то мальчик. Я не должен это. Ой.
Ух ты, рыцарь! Эй, ты еще кто такой? Я, это ты, из вселенной Майнкрафт. Я пришел за тобой, Ксюша. За мной? Ой, да не стоит! Я заберу тебя с собой в мир Майнкрафта. Моя возлюбленная погибла из-за крипера. Пойдем со мной! Я превращу тебя в нее с помощью ее ДНК. Вот, выпей. Эй, ты что разошелся? Я не буду это пить и с собой никуда не пойду. Нет, ты выпьешь, и я тебя заставлю. Эй, ты, вали в свой мир. Ты мне не помеха. Нет! Серьезно, будем бегать. У меня энергия и еда закончилась. Ха-ха-ха! Ты не пройдешь! Моей возлюбленной из моего мира. Пей! Пей! Вот и все. Фу, вкус ужасный! О нет! Что случилось? Почему ты стала полукрипером? Ой, нет! Крипер заразил твою ДНК! Ну ничего, я заберу тебя с собой. Зря ты мне схватил. Привет! Давай набрам 70 тысяч лайков и выйдет новая серия про Майнкрафт! Ты кто? Ксюша, это ты? Ты Ксюша, помнишь? А я Даниэль. Ты Ксюша, а я Даниэль. Нет! Ты Ксюша, а я вот Даниэль. Вот. Ты Ксюша, а я Даниэль. Вот. Нет. Ты Ксюша, а я Даниэль. Вот. Ты Ксюша, а я Даниэль. Ты что, угораешься надо мной? Ты Ксюша, а я Даниэль. Ты что, надо мной угораешь? Ты Ксюша, а я Даниэль. Да, папа. Ты Ксюша, а я Даниэль. Ты Ксюша, а я Даниэль. Неправильно. Что я Ксюша, а ты Даниэль. Да не может быть такого. Я Аня. Ты Ой. Хочу есть! Ладно. Вот блинчики. Это невкусно! Может это? Нет! Да хватит уже взрываться! Тебе не нравится то, что я взрываюсь? Так, я понял, что тебе тут вообще ничего не нравится. Что же делать? О! Видимо, тот недорыцарь, и я забыл.
А что если... Вот, будешь. Ух ты, вкусняшка! Вкусненько, еще. Переснимаем? Ладно.